Всех приветствую, рад, что вы все с нами. Я представлялся в одних из первых частей, снова представляюсь, меня зовут Михаил, я врач в Испании, врач государственной и частной клиники. Из-за этого мы вот решили встретиться с Викторией, чтобы обсудить две разные части очень важного момента. Вы знаете, я всегда прошу присылать вопросы нам либо в директ, либо в комментариях. Если мы не можем ответить сразу, то мы выходим вот в такие видеоинтенсивы, где я приглашаю экспертов, и мы отвечаем на ваши вопросы. У меня есть довольно много вопросов, ваших вопросов. Сейчас мы по ним пройдемся, и Михаил нам на все ответит. Итак, первый вопрос. Корректно ли сравнивать, какая медицина в Испании сильнее, частная или государственная? Я думаю, что некорректно, по той простой причине, что две медицины, частные и государственные, они очень сильные. Более того, что могу сказать, что специалисты, именно сильные специалисты, они работают в двух системах сразу. То есть они работают в своей государственной системе и в частной. По той простой причине, что вы прекрасно понимаете, что тот же самый хирург, который высококвалифицированный, он должен постоянно делать работу, оперировать. Если хирург сидит к частной медицине и ничего не делает, ждет своего пациента, опыта у него ноль. И все специалисты, узкие специалисты, хорошие специалисты, радиологи, онкологи, которые работают с онкологическими проблемами, особенно с раком груди у женщин, которая в Испании стоит на первом месте, то частная и государственная медицина, она прямо вот здесь вот знак равно стоит между ними. А по поводу оборудования, что бы ты сказал, в каких клиниках более современное, более качественное оборудование? Скажем так, оборудование, оно по сравнению с Россией, оно везде современное. В частной медицине, конечно же, оно там по последнему писку моды идет. По той простой причине, что частная медицина, она постарается идти за технологиями. Но вы прекрасно понимаете, что УЗИ, допустим, беременным женщинам 3D, 4D, для того, чтобы женщины увидели ребеночка, она только вот красиво. А врач на самом деле это диагностик, то есть нам надо быть, чтобы диагностическое. И оборудование для диагностики, оно в принципе везде хорошее. Знаю, что не во всех частных клиниках есть, как это называется правильно, реанимация для новорожденных. И я не знаю, это надо прям для тех девушек, которые опасаются опасных, сложных родов, у которых есть предпосылки. Мы всегда рекомендуем в частных страховках обратить внимание, если в той клинике, где вы собираетесь рожать, это отделение интенсивной терапии для новорожденных, потому что в частной медицине оно есть далеко-далеко не везде. Если вдруг что-то случается, насколько знаю, прямо в срочном порядке вызывают вертолет, и роженицу с младенцем доставляют все-таки в государственную клинику, где могут обратиться, где могут помочь в этой ситуации. На личном примере, вот только что тоже от стоматолога, у меня здесь зуб мудрости. Я в частную клинику хожу, и он там уже очень давно, я так понимаю, и он меня не беспокоит, то есть пока не делали рентген, я вообще не знала, что он там где-то сбоку есть. Это хорошая клиника, но она говорит, ты его можешь трогать, можешь не трогать, но если трогать, то я тебе не советую ни у нас, и ни в одну частную клинику не идти, потому что это только в госпиталь, к хирургу, где они каждый день, вот работа этого хирурга, целый день стоять и, грубо говоря, вот эти вот там зубы мудрости вырывать. У них есть опыт, как ты говоришь, это важно для врача. И вот он целый день стоит, дергает там эти зубы. А в частной клинике такого количества людей, конечно же, быть не может. Поэтому... Вот о чем, в принципе, да. Я и говорил, да. Именно рука специалиста, она должна быть набитая. То есть рука специалиста, если специалист только в частной клинике работает, то она не набитая. И большинство специалистов, именно хороших специалистов, они работают в двух клиниках. Да, это вот очень удобно. Я думала, что только иностранцы приезжают сюда и пользуются частной медициной, и все испанцы ходят в государственную клинику. Но мы недавно статью писали, что 20% испанцев, они обращаются в частную клинику. Одна из причин – это сроки ожидания. Потому что сходить к гинекологу в государственной клинике есть возможность планового осмотра один раз в 3 года. Но это как бы совсем ни о чем. Уже можно 3 раза родить. А в частной клинике ты ходишь абсолютно когда хочешь. Я у нашей соседки спросила, когда мы переехали на новый адрес, это женщина, бабушка уже, где государственный госпиталь по адресу. Она говорит, я не знаю, я всегда в частной хожу. Вот это меня реально удивило.
потому что даже пожилые люди, оказывается, часто выбирают частную медицину, потому что, может быть, нет очереди и больше уровень комфорта. Я думаю, что это связано по комфорту и по очередям, которые, которые сейчас озвучила. Я сразу же говорю то, что вот, в России тоже, в принципе, похожая система. Врачи, которые работают в государственной системе, мы работаем строго по протоколу. Если женщине показан осмотр, конечно же, она будет идти на осмотр. Если женщина особенно находится в сроке беременности, то, соответственно, идут прямо по срокам скрининговые исследования, все, что необходимо сделать. Но если вдруг та же самая женщина пришла и говорит, я просто хочу к гинекологу, а меня ничего не беспокоит, а мне хотелось бы, потому что хотелось бы, но для этого существуют частные кабинеты. Да. Мы сразу же отправляем в частный кабинет и говорим, что есть скрининг, есть исследования, которые нам показали, что скрининги нам позволяют какой-то процент отфильтровать, найти заболевание или не найти заболевание. Есть по симптоматике, есть по урхенции, то есть если есть какая-то урхенция, именно случилась скоропомощная ситуация, неотложная ситуация, то есть да, конечно, по этим моментам вы попадете к специалисту без проблем, без каких-либо. Скажи, как раз вот в эту тему, можно ли в принципе в государственной клинике прийти к доктору, к которому ты хочешь, к тому же гинекологу или к окулисту, или тебе нужно попасть к семейному доктору? Он здесь называется medical cabecera, да? Медико де Кабесера, семейный врач, врач-терапевт, надо к нему попасть. Потому что в России сейчас на самом деле говорю про Россию, потому что близка тема, потому что у меня друзья работают там. И там такая же система, то что у вас врач уже собирает ваш какой-то анамнез и вас направляет к специалисту. Ну вот так как Виктория как девушка, я тебе сразу говорю, вот к гинекологу, допустим, решила пойти. Встречаешься со мной, мне рассказываешь, почему, что беспокоит, какие-то гормональные сбои или еще что-то в этом духе. Я заполняю направление, и в этом направлении я решаю, какой уровень срочности. То есть если это не срочно, то есть если тебя это не беспокоит, так, а ну, мешает, скажем так, или просто неизвестная ситуация, это будет ординарием, то есть по списке ожидания очереди. А если не то, чтобы тебя беспокоит, а если я вижу, у меня глаза там на лоб лезут, что думаю, боже мой, как ты жила с этими проблемами, что у тебя есть, потому что некоторые симптомы мне могут давать явный момент, что там что-то сломалось, там что-то случилось, надо скорее это лечить, я, соответственно, направляю преференты, то есть вне очереди, или урхенты, то есть сразу же направляю из кабинета в госпиталь, где тебя будет смотреть специалист. Про тех, кто вот думает, что страховка – это… Ну, ты действительно платишь, если у вас страховка с полным покрытием, у вас все включено. Но вот знаю ребят, которые они решают, знаешь, так вот чересчур. Им это и не нужно, но они хотят использовать все возможности испанской медицины, причем все самые дорогостоящие. В этом случае могу сказать, что на следующий год вам страховая поднимет стоимость вашего полиса. Да. Мы как раз с Ириной Черновой, с моей подругой, которая занимается страховками, будем делать повторное видео с моего аккаунта в Инстаграме «Доктор Аликанте», потому что первое видео я, к сожалению, не сохранил, то есть бывает. Вот. И там как раз мы будем разговаривать о вот этих моментах, как что такое виталисия, что такое каренция и почему ваша страховая компания может просто вас выкинуть со страховки. Мы активно работаем со всеми страховыми компаниями, в том числе с Sanitas, AXA, со всеми. И вот суть нашего, в принципе, наше видео сейчас выходит в рамках нашего такого марафона по страхованию, где мы рассматриваем все возможные темы, которые могут быть. Одной из тем уже выходит на этой неделе, это как раз-таки страховой словарик, так называемый, вот эти все термины, которые непонятны нашим людям, мы их подробно каждый разберем, что это значит, на что обратить внимание, где есть подводные камни, поэтому наша цель, как
как у Гугла почти, организовать и упорядочить всю информацию, в данном случае о страховании в Испании, для того, чтобы люди могли делать осознанный выбор. Компании разные, клиники разные, есть много хороших компаний, много хороших клиник. Мы ни к чему не склоняем, но наше дело, правое, дать информацию, чтобы человек мог делать осознанный, правильный для себя выбор. Поэтому просто сейчас сказать, что когда даже у вас есть страховка, не нужно бежать делать все самые дорогие обследования, если они вам не нужны, потому что на следующий год вам поднимут немножко стоимость вашего полиса. Один из основных вопросов как раз в минусе государственной медицины – это длительное ожидание приема. Скажи, пожалуйста, почему так происходит? Власти не могут обеспечить должное количество сотрудников, нет бюджета или не могут построить дополнительные госпитали? Как бы в чем такая проблема? И уже сколько лет я читала в газете где-то, что максимальный период ожидания к невропатологу составил более года. То есть человеку нужно было попасть, он год ждал записи. Знаю девушек, которые опять про того же гинеколога, но просто это такая горячая тема в Испании. Испанки покупают часто страховку частную, просто чтобы ходить к гинекологу. Вот таких, знаю, достаточно. И ну, как бы из-за чего такая проблема? Ну, это так сложно ее решить? На самом деле проблему несложно решить, но я даже на своем примере могу сказать, что я вот зубы мудрости, как ты удалял и стоял в очереди в государственную систему, они меня не мешали, я просто стоял в очереди, ждал, когда мне их удалят. Очередь до меня дошла через 2 года. О, так мне нужно остановиться, а то я думаю, пока не беспокоит, так надо Надо остановиться. Меня как раз они начали беспокоить, но как раз дошла очередь. Я говорю, замечательно. Больно? Вот. Скажи мне. Нет, на самом деле в этот же день мне удалили 2-2, и я в этот же день сидел на консультации, работал с пациентом. Общий наркоз? Нет, не общий наркоз. Они очень хорошо обезболивают, так что не переживай. Там, так как специалист в государственной системе очень хороший, он хорошо блок в нерв ставит, полностью выключает, и там музыку лежишь и наслаждаешься музыкой. Да, кстати, друзья, если вы вдруг еще не делали, я раньше не обращала внимания так на эту стоматологию, оказывается, такие современные рентгены в Испании, я не знаю, во всей России или нет, вставляешь такой типа пальца в рот, тебе вставляют, только машина, она ездит вокруг тебя, рентген, и там видны потом все твои кариесы, все дырочки, все, очень супер, если у вас есть здесь возможность сходить в частные клиники, в государственных такого точно нет, просто так. Обязательно сходите, и это нужно делать, оказывается, я узнала, мне сказали, что нужно каждые полгода ходить и проверять вот такую вот, себе делать типа рентген, смотреть, чтобы у тебя там ничего не нарушилось. Вот. В тему просто наболело. Вернемся с тобой по поводу ожидания. На самом деле мы прекрасно понимаем, что медицина – это не только вот мы помогаем людям, это еще и структура. Структура, которая должна сама себя оплачивать и много не расходовать денежных средств. И получается так, что если государственная медицина будет покрывать абсолютно все необходимости и капризы населения, то частная медицина, она просто исчезнет. И, соответственно, она из-за этого держится на двух моментах, то есть на частной медицине, на государственной. Если государственная система нам, скажем так, продвигала бы все так быстро, активно, все, что ты хочешь, любого специалиста, любой каприз по твоему желанию, понту, грубо говоря, тогда оплачивается частную страховку. То есть только получаешь СИП, то есть государственное страхование, и, соответственно, вперед из песни. Более того, что в первой части или во второй части мы с тобой сказали, что есть все по протоколу. То есть каждый пациент, который ко мне приходит, он должен идти по определенному протоколу. Конечно же, не все, есть исключения. Но большинство, вы прекрасно понимаете, допустим, когда пациент приходит, особенно русскоговорящий, и говорит, вот у меня ухо болит, мне нужно к лору. Это я, терапевт, смотрю. То есть не надо к лору. У меня есть отоскоп, я посмотрю ухо, и, возможно, там банальный отит, я его вылечу. То есть не надо к лору. Или банальные там серные пробки, я их вылечу. То есть никакого проблемы нет. То же самое у меня бывает в урхенсе, когда работаю в неотложке. Ко мне приходит пациент, русскоговорящий, говорит, вот у меня там в глазу что-то, мне нужен офтальмолог. Говорю, не надо офтальмолог. Я промою глаз, соответственно, капельками закапываю, просвечу, посмотрю, там были какие-то ранки или не ранки. Если вдруг надо, я отправлю. Но если нет, то там
обойдется лечением на местном. Мы же сейчас все умные, мы интернета начитаемся, приходим, вот, говорим. У нас есть Google помощник, который нам дает достаточно такие серьезные диагнозы, выдает. И, конечно же, наш человеческий мозг на простые диагнозы не цепляется, потому что нам кажется ерунда, он цепляется на сложные диагнозы. И в этой ситуации я сразу говорю то, что необходимо обратиться к врачу, врачу-терапевту, а медику до КБСРа для того, чтобы вас сориентировал, что случилось. И, соответственно, уводим пациентов, которые могут ждать спокойно, и приводим пациентов, которые не могут ждать, у которых есть серьезные случаи. Ты сказал, что работает строго по протоколу. Сколько на каждого человека рассчитано времени? 15 минут, говорят. Меньше. Меньше даже? Вот, на самом деле 15 минут — это много времени на пациента. А у терапевта где-то около 7 минут, 10 минут на пациента. Но вопрос остался в том, что когда терапевт занимается именно со своими пациентами, он их знает. То есть, как правило, он их знает, что они скажут, что у них есть история заболевания. Да, пациент только заходит в кабинет, я открываю компьютер, и я уже читаю, что у него было, что я ему назначал, что причину, гипотетическую причину, зачем мне пришел пациент, я уже в голове задаю те нужные вопросы и достаточно быстро иду с пациентом. А русскому пациенту достаточно сложно в этом плане, потому что это не наш язык, во-первых, и мы теряемся, из-за чего, в принципе, у меня и родилась моя, у нас с моей коллегой, с Лидией, родилась вот эта вот интегральная медицина, что я назначаю пациента онлайн, и мы просто с ними обсуждаем все, что случилось, в мозги в нужное направление ставим, расписываем по пунктикам для того, чтобы пациент прекрасно знал, что ему надо делать. Это супер. Вообще онлайн формат, который экономит огромное количество времени, и замечательно, что также на русском языке можно. Во многих страховых есть в приложении возможность общаться по видео с доктором. В Санитас можно общаться со всеми докторами всех специализаций, в других в большинстве компаний просто с терапевтом или со скорой помощью, но это везде на испанском. И это основная проблема. Русскоязычные часто говорят, ну зачем мне этот видео доктор, если я ничего не понимаю, что ему сказать. А так вот теперь уже знаем, куда идти. По времени, кстати, могу сказать, по частной клинике я хожу, мне кажется, на меня уходит у доктора минут 30 точно. Потому что, и причем я уже хочу уйти, она говорит, посиди, давай, а то мы проверили, все проверили, ну, я хожу всегда в очень хорошие клиники, если мне нужно, выбираю, и страховка, слава богу, это позволяет. Но разница очевидна во времени приема в государственной и в частной. В частной ты приходишь, если это хорошая клиника, тебя там за ручку, хотите что-то, водички, там, конфетку, очень внимательное отношение, для меня это прям важно. Хорошо, давай поговорим еще об одной такой разнице про машины скорой помощи. Когда наши соотечественники сюда приезжают, некоторых шокирует то, что ну, они не могут, например, вызвать врача ребенку на дом, как у нас принято. Да? У меня у ребенка температура 38, приезжайте, что-то сделайте. Я сколько помню, я была маленькая, ко мне всегда врач на дом приезжал. Мы в больницу очень редко ездили. Как обстоит ситуация здесь? Приезжают ли машины, в каких случаях, и почему не ездят? Ну, почему это невыгодно, да, понятное дело? Ну, чтобы вы прекрасно понимали, здесь нашу привычку именно постсоветскую и русскоговорящих пациентов надо отменить. То есть, когда пациент может дойти до поликлиники, он должен дойти до поликлиники. Даже если это неудобно, потому что ребенок с температурой, его там надо одевать и еще что-то в этом духе, надо дойти до поликлиники. Почему? По той простой причине, что врач, находясь в поликлинике, делает более качественный осмотр пациента. То есть уже там не склоняется, не где-то в сумке ищет какие-то свои инструменты, там что-то забыл, что-то не забыл, что-то принес, что-то не принес. Осмотр делается именно в поликлинике, даже при температурах, особенно педиатрические, когда мне часто бывает, звонят и говорят, а нам просто антибиотик нужен. Я говорю, нет, надо первый осмотр, а потом уже решаем, антибиотик или не антибиотик.
То есть осмотр должен быть профессионально. Конечно же, частные врачи, они выезжают на дом. Конечно же, государственные врачи тоже выезжают на дом. Здесь на самом деле ошибка думать, что государственные врачи на дом не выезжают. Если случай такой, что вы физически не можете выехать. Ну, это какой случай? Оторвало голову? Нет. Особенно у пожилых людей, пожилые люди, которые находятся просто в кровати, которые не могут передвигаться, у которых что-то случилось, у которых есть тяжелые хронические заболевания, особенно у пожилых. Даже те же самые случаи молодых, когда, скажем так, возникла давящая боль в сердце, еще что-то в этом духе, к вам приезжает врач. Более того, что есть у нас номер государственной скорой помощи 112, вы можете объяснить вашу ситуацию, что с вами произошло, и там сидит оператор, который решит, какого вам специалиста направить, или вам сразу скорую помощь направляет, в зависимости от того, что вы рассказали, или вам направляет специалисты из ближайшего центра десальбы, то есть ближайшей поликлиники. То есть если укололо сердце, можно в скорую звонить? Можно в скорую звонить, и там, соответственно, вам сделают такой небольшой опрос и определят, в каком направлении вас двигать. Если вдруг вам сказали, не переживайте, вам сейчас позвонят из центра Десалют, то есть из поликлиники, тот же самый врач, который находится на дежурстве, вам позвонит и определится с вашей именно урхентной, то есть неотложным состоянием, или вам отправить скорую помощь, чтобы вас отправили в госпиталь, или рассказать, что вы можете сделать с тем или иным состоянием с вашим, для того, чтобы вы смогли прийти к нам, да, в поликлинику, грубо говоря. То есть на самом деле это миф, когда нам говорят, что в Испании скорой помощи не ездят, по пустякам не ездят, а ездят именно по случаям, именно необходимым. И, скажем так, реанимационная служба скорой помощи, она постоянно находится активно, она постоянно работает. Там находится врач, медсестра и санитары. И они постоянно находятся на службе, и они выезжают на все инфаркты, инсульты. Скажем так, недавно у нас был пациент в поликлинике с передозировкой наркотических препаратов. И как это, intento suicidio, то есть попытка самоубийства. Да. Тоже прямо в центр де салют приезжает скорая помощь, и прямо, соответственно, все вот необходимые процессы мы делаем. То есть, вот видишь, как важно людей приглашать и из первых уст узнавать, потому что я тоже была уверена, мне не приходилось лично обращаться, слава богу, но из того, что я у всех спрашивала, все говорят, что это практически нереально. Ну вот, видим, что все реально, если это действительно необходимо. Скажем так, у нас здесь, у наших родителей, русскоговорящих, возникает такой момент, что я не пойду в больницу, когда ко мне придет врач. Да. Это удобно, то есть мы привыкли к этому. К температурящему ребенку ни один педиатр не сорвется с места, не побежит, пока у ребенка совсем плохо не стало. То есть родитель тут ответственный за ребенка и должен прийти к врачу самостоятельно, неотложную помощь, по той простой причине, какой большой процент детей температурит. И этот вызов скорой помощи, если у тебя есть государственное страхование, он бесплатен? Он бесплатный. А слово «бесплатно» мне не очень нравится, мы за него платим. Да, и я. Да. Ну, как мы бы, работаем. Платят те, кто, да, платят налоги, но те, кто вызывают, не всегда платят что-то, к сожалению. Смотри, если мы разговариваем, допустим, о те же самые наши пациенты, которые находятся здесь по тем или иным причинам, у них нет ни государственной, ни частной страховки, а что-то случилось, то же самое с пожилым человеком или взрослым, особенно у мужчин, там закололо сердце, не имеет рука, ну, все признаки инфаркта. Вызывайте, однозначно вызывайте 112, к вам приедут, вам не откажут. В Испании здоровье — это право человека. Да, человеческая жизнь — это высшая ценность. Высшая ценность, которая есть. Вам, конечно, выставят счет, но лучше выставят счет, чем нежели потерять человека, который с вами рядом. Конечно. Да, но я всегда призываю о том, что сегодня думать о своем завтра. Те же страховки, они стоят, ну, реально недорого. По сравнению, два приема в клинику могут стоить больше, чем вы заплатите за год за страхование. Люди часто не понимают, мы написали в статье, какая стоимость услуг медицинских, но
она существенная. Это мы просто, когда есть государственное или частное страхование, не особо задумываемся. Здесь тоже такой лайфхак даю родителям, которые водят детей в школу. У всех школ есть свои страховки. Если что-то происходит на территории школы, школа, там, травматизация, там, то же самое, хлорка перевернулась, еще что-то в этом духе, вы можете обратно вернуть деньги через страховую компанию именно школы. Частное страхование зачастую исключает из покрытия хронические заболевания и состояния, а также заболевания, в связи с которыми были проведены хирургические вмешательства. Сложно, ну, короче, простым языком, если у вас хронические заболевания или у вас была онкология не так давно, и вы высокорисковый клиент, все-таки мы клиенты для страховых компаний, для клиник, а не пациенты. Прежде всего, мы клиенты для них. И в этом случае страховая может отказать, либо сделать очень высокую стоимость обслуживания. Да, это будет намного дешевле, чем напрямую платить в клинике, но тем не менее, либо отказывают, либо могут сделать выше стоимость. Что ты посоветуешь таким людям? Что ты знаешь о государственном страховании, которое не вот бесплатное, то, за которое платят налогоплательщики, а то, которое именно страхование, за которое ты можешь платить? Смотри, у нас есть в государственной системе Convenio Special. Mm-hmm. Оно прямо так и называется, Convenio Special. То есть все, кто нас сейчас слушает, могут прямо забить в интернете, и там выйдет в Comunidad Valencia, то есть документ, который вы можете прочитать, конечно же, на испанском языке. Что такое Convenio Special? Это государственное обслуживание за ваши деньги. То есть, по сути дела, государственная страховка. Да, я в статье уже написала, но и оставили ссылки, потому что в каждом автономном сообществе условия могут несколько отличаться. Например, в Валенсии нужно быть прописанным минимум один год в Comunidad Valenciana, чтобы иметь право на такую страховку. В некоторых других автономных сообществах нет такого требования. Поэтому я указала, что, в принципе, могут отличаться, но в Валенсии такие. Я оставила ссылочку на наше сообщество, валенсийское, потому что мы здесь живем. Но там цены довольно приемлемы, да, то есть когда пожилые, там, по-моему, чуть больше 150 евро уже за любой возраст. Да. И это хорошо, потому что вы получаете действительно обслуживание медицинское в таком возрасте. Угу. Самое главное понимать, что государственные страховки именно за деньги, которые вы оплачиваете именно в Convenio Special, ей не важно, какие у вас заболевания были до этого, не были до этого, какая-то операция у вас прямо только что произошла, вам какую-то перевязку необходима, она автоматически вас берет со всем вашим багажом. И она очень удобна именно для тех наших русскоговорящих, которые здесь уже приезжают встречать, скажем так, зрелый возраст. Да. Или даже не только зрелый возраст, а когда, допустим, молодой приезжает, особенно у меня был мужчина, у которого есть стенд стоит, то есть катетер в сердце стоит металлический. И с такой компанией мы тоже не отказали, потому что мужчина, повышенный вес, более 40 лет, стоит оперативное вмешательство на сердце, они просто ему отказали везде, или других задрали очень высокую цену. А мужчине до 65 лет, а он зашел в Convenio Special, 65 евро в месяц, и, соответственно, все, что случится с ним по дороге, то есть в течение этого времени, все покрывается этими 65 евро в месяц. И они, соответственно, это достаточно удобно именно для людей, которые, чтобы не остались именно, грубо говоря, за бортом обслуживания. И очень дешево. Да, но в Испании, в принципе, вообще никто не может остаться за бортом. Я тоже как-то писала статью про страхование авто, и там, если ваше авто не подлежит страхованию в частной компании, в Испании есть как государственное, да, оно может быть не совсем государственное, но вот компания, которая берет на себя ответственность и страхует все, что угодно, потому что, транспортное средство не может быть не застраховано. Если вас не взяла частная страховка, я так понимаю, берет вот это государственное страхование. Оно может быть не совсем, как правильно сказать, не знаю. Что-то, может быть, знаешь про это тоже? Это одна история с медициной или нет? Это, скажем так, частное страхование машин, там все зависит не от машины, а от, скажем так, водителя. Если, допустим, я как водитель, у меня там история, прям такая лохматая история моих каких-то автокатастроф,
И, соответственно, страховая компания, так же, как и медицинская компания, она просто мне предлагает автоматически завышать цену до небес или меня просто выкидывает. Из моей истории, к сожалению, никакая страховая компания не возьмет. У меня, соответственно, есть два варианта. То есть я могу пойти и просто не водить машину. Купить Вот велосипед. раз есть такой, скажем так, момент. Или я прохожу психиатрическое, скажем так, валоросьон, что я Оценку. оценку от того, что я, в принципе, могу водить машину, я что это были не мои какие-то моменты, и там уже мне с этим, с этой оценкой мне государство помогает войти в какую-либо страховку, как бы беря на себя ответственность. Но там тоже процент, когда я вдруг я снова попадаю в какие-то моменты, какие-то катастрофы, вот, государственная страховка, она только то, что у меня, она у меня есть. Почти все я буду платить сам. Многие наши соотечественники жалуются, что на родине им дают огромный список назначений на обследование. После обследования целую газету, список лекарств, что купить, принимать утром, в обед, на ужин, строгие там режимы, все остальное. Этот же человек приезжает в Испанию, приходит в больницу, ему говорят: «Todo bien, все хорошо, no pasa nada, ничего страшного, tranquila, спокойно». И у людей возникает вполне логично определенный диссонанс. Он не понимает, а кто же был прав, мои доктора на родине или здесь? И здесь как бы наши не гневили, да, испанскую медицину, не всем нравится подход, но эти же люди потом здесь выздоравливают. Я знаю десятки таких примеров. Но это вопрос к тому, что необходимо эти два момента прочувствовать на себе. По той простой причине, когда мы привыкаем к одной системе медицины, когда мы приезжаем в другую систему медицины, нам кажется все странно, нам кажется непонятно, мы нервничаем, нам хочется вот это вот горстями пить таблетки, иммуномодуляторы, которые в России мы прописываем многим деткам соплями. То здесь этим не занимаются. Здесь ставку делают на хорошую иммунную систему и ставку делают на банальное лечение банальных заболеваний. То есть ни в коем случае не надо с ума сходить и начинаться лечением именно с, скажем так, с большего к меньшему. Здесь все начинается наоборот, с меньшего к большему. Но если они видят, что действительно срочно, и это тоже видела, они прям включаются и резко они сделают все возможное, когда реально есть угроза. Тебе Давай, давай. лично какой подход ближе? Вот то, что сразу завалить таблетками и отправить на всевозможные анализы или дать организму самому справиться? Мне ближе испанский подход. Почему? По той простой причине, что когда даже те самые испанцы приходят в неотложку с ребенком, который первые 2 часа вдруг температурит, я им всем объясняю, понимаете, то, что я в первые 2 часа ничего не увижу, еще ничего не появилось, ни миндалина воспалилась, ни горло не воспалилось, ни ухо не болит. Ребенок просто начал нормальный иммунный ответ на то, что вдруг в нем появилось. Я говорю, подождите. Подождите какой-то период времени, когда есть уже ответ, хороший на протяжении времени, и я могу что-то видеть, да, конечно, без проблем. Вопрос как раз-таки про антибиотики. Друзья, если вы собираетесь ехать в Испанию, и у вас есть какие-то хронические заболевания, или у вас давление скачет, или что-то, возьмите с собой на всякий случай привычные вам лекарства, потому что без рецепта в Испании вы ничего не купите. Из какие-то серьезные давления. Мы когда приехали, у меня была акклиматизация. Слава богу, после этого ее такого не было. Мне очень скакало давление, очень сильно. И я пришла в аптеку. Изначально там стоят вот такие приборы прикольные, которые мерят давление. Мне не было плохо на самом деле. Я руку засунула померить, у меня там очень высокое давление было. Я удивилась, потому что я не понимала, что это такое давление. И говорю: «Дайте мне таблетки». Она говорит: «Вы что, вам нужно в скорую? И только после этого я могу вам что-то продать». Это прям я очень удивилась. Как здесь с рецептом обстоят дела? Можно ли как-то купить у своих или что делать? Я сразу же всех, кто будет слушать, прибегаю к тому, что вот у меня есть онлайн-консультация, Да. и после онлайн-консультации я могу что-то вам подобрать. То есть есть рецепт, есть специальные бланки, у меня в рецепте есть штрих-код, по этому штрих-коду они получаются единственный рецепт. То есть я не могу, скажем так, распечатать кучу рецептов с копии на копию. Вот.
И по этим рецептам можете купить лекарственные препараты. Это супер, реально. Я знаю людей, которые вот он приехал, у него нет страховки и даже нет возможности ее купить. Ему нужно купить лекарство от давления. И он не может купить, потому что в государственную клинику пойти не может, в частную у него тоже нет страховки. Вот что делать реально в такой ситуации? Либо бежать по знакомым, не знаю, писать в Facebook-группах, спасите, помогите, дайте мне таблетки. Либо, ну вот, я очень рада, что мы познакомились, и я надеюсь, что на самом деле, если хотя бы одному человеку поможет наша информация, то день прошел не зря. Поэтому супер, что есть такая возможность, да. Ну, я думаю, что по этому вопросу мы ответили основные нюансы. Друзья, если у вас скопились другие вопросы, или что-то было непонятно в нашей беседе, уточняйте, мы с радостью поможем. Пишите нам, пишите Михаилу. И напомню, что у нас есть третья часть видео, которую очень скоро вы увидите на канале. Мы расскажем о текущей ситуации в Испании во время пандемии, во время COVID. Если вы смотрите видео, когда это уже все прошло наконец-то, я вас всех поздравляю, что мы эти жуткие времена пережили, все остались живы и здоровы. Михаил, спасибо, что ответил на наши вопросы. Надеюсь, что поможешь нам, если что, с вопросами в комментариях. И будем живы, здоровы и помогать друг другу информацией. Да, конечно, вопросы в комментариях очень важны, по той простой причине, что мы не можем задеть, к сожалению, с Викторией всех-всех-всех нюансов. И у нас есть какие-то моменты наши, и надо их просто озвучивать, как говорит моя подруга, моя коллега Лидия, если я не озвучу, никто не узнает. То есть, пожалуйста, озвучите ваши вопросы, озвучите ваши переживания, и мы постараемся на них ответить. Отлично. До встречи в следующих видео.